Так. Ой, вышли сейчас. Рыбу надо промыть. Да, это самое. Да замочить. Сынок, где ты есть с рыбой? Идешь, да, ты мой хороший. Всем привет. Вот такие щуки у нас. Видите, а это окуня. Сейчас я вам разверну вот такие вот окуньки. Став, сыночек, миску вот туда на угол, на ванную вот туда. Сюда? Да, такой, чтобы не упало, осторожно. Ага, а эту став сюда. Ты хочешь сам или давай я сделаю? Давай, ты будешь рассказывать, я буду делать. Хорошо, значит, вытащи щуку, положи на досточку. Ну, вторую всю, сюда. Ну, конечно. Качни чуть-чуть водички, сполосни. Угу. Хорош, 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 хорош. И вылей вот туда, вот тут. У ванную, да, да, да. Вот, а надо вымыть, вычистить, чтобы оно за зиму не пропало. Ложи теперь щуку. Качни. Листья штуку не надо. Аккуратненько все, сыночек. Да, качни водички. Хорош, 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 хорош. Промой теперь ее в этих жабрах вот там. Осторожно, только не спеши. Я же совал и в жабра, и в этот. И в пасть, и в рот, чтобы аж в желудок попало. Такие, там такие зубяки, вот покажи. Раскрой рот. О, видите? Какие зубы. Страшенные. Все, ага. Прополаскивай. Ага, прополаскивай. Вот так, да, 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 да. Вот так, сынок, вот так, вот так. Да, 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 во, раскрой такой рот. Во. Листья тебе смахни с досточки. Пальцами не надо, а то сейчас не, я имею в виду щуку, щуку. В рот. Ложи. Да, правильно. Не спеши. Вторую. А у меня колючая все. Да, конечно. О. О. Переверни. Вот. Не, вот, да, 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 да. Во, все, ложи. Теперь воду эту. Этот и опять в ванную. Вот такая щука у нас. Теперь ложи. Все две, ложи, да? Щуки, да. Накачай воды. Нет, положи аккуратно, чтобы не голова на голову. А, да, вот так. Во-во-во. Качай. Такая вот колонка у нас. Эй, шах. Она у нас нервная еще бывает. Я вам говорю, мы с летом у нас в колонке упала вода, а нужно было поливать. Мы сколько? Ну раза 4-5 мы ее откручивали. Я из-за того, что. Ну как, из-за того, что мы много раз ее откручивали и скручивали, уже забыл, с какой стороны нужно закручивать и откручивать эти гайки. Подвигай. Куда? Подвигай вот туда дальше. Теперь бери окуней, качни водички, потихонечко, то что она, этот размер маленький сейчас будет брызгать. Качай, качай, качай. Вот, теперь споласкивай и также складывай. Легонечко сейчас, легонечко сполосни. Да, потом второй раз уже более. Ага, такой, да? Да, хороший окунек. Мы, конечно, могли сбрехать, что мы поймали. Сами, да, сынок? Да, да. Но так как мы не любим брехать, порядочный, правильно, сынок, то мы говорим правду. Это Аллочка купила на рынке. Все, туда же. Такие вот окуня, видите? Красавцы, а?
складывай аккуратненько, ровненько. Хватит, хватит, три. Три хватит, три хватит, три хватит, три хватит. Тю, я думал, что... Качни. Споласкивай каждого и ложи в кастрюлю в ту, в общую. Это по одной можешь брать, споласкивать, ага. Туда ложить. А теперь скажи мне, сколько рыба должна вымачиваться? Сколько суток она пролежала в соли, столько часов нужно вымачивать ее. Правильно, молодец. Значит, первый раз поменяем через час, ага. Воду эту слить, ага. Новую залить. Потом через два часа, ну а потом вечером поменяем, потом завтра утром. И в обед мы ее вытащим, она у нас недели две, да? Ну да. Лежала. Так, подвигай ту кастрюлю. Во, листочек тут убери. Качни в воды. Хорош, хорош, хорош. Так, теперь надо ее отодвинуть, чтобы не мешало. И чем-то накрыть. А только ты ж помнишь, как, ага, кошка ладно. Наша, да. А чем накрыть? Ну, подумай, под носом крышка. На голубятнике посмотри, там пару горсточек или сетку металлическую. Ага, ага. Ну, то надо кирпичину в это, сынок, а не досточки, да, а то, что она вытащит. Ну, вот, короче, такая у нас рыбка.